Привет всем! Сегодня о Фризии. Этот экземпляр был подарен цветущим в 2008 году. Так как у меня у хороших модницей нечего носить, но мне некуда ставить. Эта проблема уже несколько лет. Я поставила ее на южное окно на поднос с водой. Вода всегда налита и в розеточку вот сюда, и на поднос. Растение хорошо себя чувствовало. После того, как оно отцвело, я отделила детку и пересадила. Но так получилось, что материнское растение, вот оно целое, а до детки всего было два малюсеньких корешка. Но я думала, что оно погибнет. Нет, оказывается, это довольно-таки устойчивое, живучее растение. Оно хорошо принялось и зацвело в прошлом году. Не это растение, а вот это. Но так как это дело было осенью, я побоялась разделять, и материнское растение погибло. Осталось только две детки вот выросшие. Вчера я их рассадила. Причем опять получилось, что у одной много корней, а у другой мало. Ну что ж делать, как получилось, так получилось. Говорят, что для цветения нужно приток свежего воздуха. Но у меня это южное окно не открывается. И единственное, что я могла растению создать, это только увлажнение. Ну, оказалось, что этого достаточно. Яркое солнце, как вы понимаете, юг, южное окно. Но, как видно, ну, есть закончики немножко подсохшие, но никаких пятен от солнца нет. Простое, красивое, нетребовательное растение. Фризия.